Чемпионат области по армейскому рукопашному бою собрал бойцов со всего Оренбуржья. Приехали все самые лучшие. Еще бы, ведь по итогам турнира сформируют сборную команду, которая будет представлять регион на чемпионате России. Мы уже получили официальное приглашение, положение пришло. Мы сейчас готовим команды, чтобы представляли нашу Оренбургскую область на этом чемпионате. Это будет чемпионат России, да, по армейскому рукопашному бою. И чтобы наша область представляла, и достойные ребята поехали, вот сегодня будет одним из основных критериев отбора на чемпионат в Севастополь. Это результаты сегодняшних соревнований. У Федерации армейского рукопашного боя прекрасные перспективы. Есть все. Талантливые спортсмены, уже показывающие результаты на всероссийских турнирах. Есть молодежь, желающая заниматься рукопашным боем. Да и вообще, есть желание поднять этот вид спорта на новый уровень. Чем наш армейский рукопашный бой хуже иностранных UFC и MMA? Все вот эти новые модные такие аббревиатуры, пришедшие с Запада, по большому счету, это наш рукопашный бой. Сегодня это базовый вид спорта для российской армии, и ребята, проходя эту подготовку, приходят уже в ряды вооруженные силы подготовленными людьми, которые способны выполнять задачи не только гражданские, но и военные. Областную федерацию армейского рукопашного боя будут поддерживать на всех уровнях. Об этом заявили депутат законодательного собрания области Олег Димов и депутат Госдумы Роман Романенко. Они пообещали сделать все для популяризации этого вида спорта. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время.